что руководство Норильско-Таймырской энергетической компании, принадлежащей Норникелю, обещало быстро устранить все своими силами. Вчера глава МЧС Евгений Зиничев сообщил президенту, что в министерстве узнали об аварии спустя двое суток. Оказывается, это было не так. Первыми сведениями о загоревшейся машине, об утечке топлива, получили как раз пожарные, которые приехали тушить этот автомобиль. Они увидели, что около ТЭЦ вытекает топливо, и доложили об этом начальству. МЧС связалась с НТЭК, где объявили, что об аварии там уже в курсе, помощь МЧС не нужна, они, мол, справятся со всем своими силами. Но не получилось. По оценкам Роспотребнадзора, в реки около Норильска попало 20 тысяч тонн топлива. А Гринпис посчитали, что природе России причинен ущерб аж на 6 миллиардов.